утренняя звезда продолжила наш эфир с песней «Преклоню мои колени перед отцом» из альбома 2006 года «Новое небо». Отголоски прошлых лет. Страница из истории. На календаре у нас среда, 10 ноября 2010 года. Это день в истории. 1483 году родился глава бюргерской реформации Германии, основатель немецкого протестантизма, лютеранства, Лютер Мартия. В 1939 умер Атарик Мустафа Кемаль, основатель и первый президент Турецкой Республики. Я обращаюсь к этой Википедии. 10 ноября, 31 года. До конца года остается 51 день. В этот день празднуется Всемирный день науки, замер и развития, также Всемирный день молодежи и Международный день бухгалтера.